И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как Resident Evil под номером 3. Так, в общем, что нам нужно сделать? Мы играем до сих пор за Карлоса. Что это я там подобрала? А, это я меню открыла? О, господи, я уже забыла местное управление, подождите. Так. Да, все, вспомнила. Так, этот мужичок, мы, похоже, как раз таки тут остановились. Я не хотела туда идти, потому что эта сволочь сейчас встанет. Так, подождите. Что-то у меня управление не слушается. А, все, я поняла, я туплю. Простите. Так, подождите, я тут их вроде убила уже, да? Хорошо. Ой, опять не туда жму, господи. Отвыкла от управления. Хорошо, ладно, куда нам надо? Ой. Ладно, сейчас сообразим. Так, у тебя что-нибудь есть? Тело врача у него в руках. Бланк, цифра 531. Надо, кстати, запомнить. 531. О, не нравится мне этот коридор. Что тут у нас? Ничего? Проверяйте дозировки лекарств. Так, ладно, подождите. Где мы там были, где мы не были? Вот тут мы точно не были. Не забывайте возвращать медицинские карты на место после обхода. Сейчас мне терзает смутное сомнение. Ах, черт, я опять забыла эту вещь. То, что нас впереди ждет кучка зомбарей. Кто ты? Так, это... Да. Фак. Грустно. По той простой причине. Да иди ты, да слушайте. Не, вы видите, что происходит? Я даже пошевелиться не могу просто. Не, ну вы видели это? Стоящий какой. И как мне? Да ну вас нахрен. Пойдемте в другое, в какое-нибудь помещение, где мы еще не были. Давайте потом как-нибудь найдем дробовик, вернемся. Пока что я туда идти не хочу, слово вообще. А, первый Г. Бейсмент. Черт, мы уже везде были, да? Туда идти придется в любом случае. Слушайте, а как я их убью тут? Ой, ё-каламане. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Пошел вон. Да отвалите вы все нахрен от меня. Господи, чё ж вы все хотите от моего тела? Так, отлично. Та-та-та-та-та-та-та-та. Вообще классно. Да умри ты уже. Да ну вас нафиг. Я побежала отсюда. Гады, а. Езжайте на лифте на своем куда-нибудь. Надеюсь, сейчас слева никто не подойдет ко мне. Так, не заканчивайся только потрошка. Все. Господи. Что за ж... музыка еще играет? Что за жизнь такая? Слушайте, мы тут были же. Мы тут уже были. О, я вижу кое-что. Так, что? Это карта госпиталя. Да ты че? Я так люблю карты госпиталя. Хорошо. Мне эта музыка напрягает, если честно. Чего? Ты встал, что ли, там? Кто из вас? Слышали, да, вот это? Это намек на то, что кто-то там жив, что ли, из них? Кто из вас? Не ты явно. Вот ты, скорее всего. А, в лифте, смотрите, придурок. Идиот.
Он не хочет выходить. Вот, блин. Так, ладно. Ну давай. Блин, идиотизм. Да иди ты нафиг, ради бога. Господи. Ну теперь-то я точно с хантерами не разберусь. Вы посмотрите, меня просто обглодали как могли. Ни лечилок, ни оружия. Нифига, в общем. Ладно, что у нас есть? Там сейв-рум. Так, поясни. О, кстати, мы там не были. Почему мы там не были? Пойдемте туда. Я не пойду к хантерам. Или это и была как раз таки комната с хантерами. Факская комната. Так, стоп. А. У меня есть выбор. Так, подожди, хоть туда приехала. Так, та комната с хантером. А, подождите, а в закрытой что там? Так, нет, это не то. Закрытая, закрытая, где? Закрытая, вот закрытая. Нет, стоп, это лифт. Где закрытая комната? Вот туда. Закрыто. Надпись 402. Чем мне это дает? 402, 531. Что-то я ничего не понимаю. Так, кнопочку можно нажать, это и что-нибудь будет. Хрен там. Нет, туда я не пойду. Знаете что, вот как-то вообще не хочу. Не, ну неужели они мне дробовик не дадут? Я не знаю, ну хоть что-нибудь. Или автомат мне дайте. Если что, придется бегать просто банально по всем локациям. Искать где-нибудь в углу. Потерянное, ненайденное. Не знаю, обойма для автомата, потому что иначе не светит. От слова вообще. Тут у нас трупаки наших товарищей бывших. Тут ничего хорошего. А, о, кстати, комната. Точно, может, там не были. О, только давайте без врагов, пожалуйста. Конечно, без врагов. Угу. С парнем вот эта хрень сейчас вырвется оттуда. Хантеры. Микроскоп. Мне это помогло очень. О, что это, что это, что это? Хотите взять базовая среда? Ой, он выпрыгнет же. Вот стоит мне что-нибудь взять, он выпрыгнет. Я хочу сперва... Ага, сейчас вот, вот нажму я, конечно. Угу. Вот здесь уже, кстати, повыпрыгивали. Неужели тут ничего не будет, а? Ну вообще, что ли, ничего? Так, что сперва взять? Медицинская инструкция. Медицинская служба компании Umbrella. Североамериканское отделение Douglas Rover. Для того, чтобы активировать прибор для культивации вакцины, вы должны четко следовать ниже указанной инструкции. Первое. Следите за достаточной подачей энергии к системе. Заложите базовый материал в систему. Когда прибор включен, вы можете начинать смешивать вакцины. Чтобы смешать их, вы должны контролировать 5 рычагов. Таким образом, вы можете перемещать 2 уровня. Если вам удастся сбалансировать их, установив их в центре производства, вакцина начнется автоматически. Ну, в общем, мы это уже проходили. Примерно очень похоже, что это энергия отключена. Электрический выключатель. Включить. Угу, я сейчас включу, и что-нибудь будет. Сейчас эта хрень выпрыгнет. Ну, конечно. Ой, они выпрыгнут и убьют меня. Что это за хрень? Ой, пускай они не будут... Ладно, надо как-то пути отступления себе подготовить. Я не знаю, блин, потому что... Они же не наверняка выпрыгнут.
Не выпрыгивай, не выпрыгивай на меня. Будете работать с синтезатором. А, так, вот, да, посередине же надо установить нам. А, посередине что надо установить, простите? Что значит вниз? А. О, это долго будет. Вы посмотрите, сложно. Допустим. Не катит, да? Нет, давай обратно. Чем мне еще остается? Так, допустим, вниз. Так, ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Нет, зря это сделала. Черт, сложно, Ластенька. Давай обратно. Как-то сложно, однако. Я извиняюсь, я сейчас ничего не буду говорить, просто потому что, во-первых, говорить нечего, во-вторых, я просто даже не знаю. Смотрите, почти получилось. Вниз. По-моему, хуже все делаю, да? Давай вверх. Здесь не будет как с музыкальной шкатулкой вот это вот. То, что я не нажала в кул. Там какая-нибудь фигня вылезет. Нет, плохая идея. Черт, как сложно. О! Я предлагаю сейчас вот тут сохраниться. Так, сохраняемся. Сейчас эти твари на нас побегут, конечно же. Так, вот я встала передом. Так, маршрут. Прямо и налево. Побежали! А что-то не вылазит, странно. Подозрительно даже. Ну... к черту. Нет! Нет, ребят. О, черт, дверь пропустила. Нет, дверь. Отдайте мне дверь. Вот, блин. Вот я же сказала, они выпрыгнут. Фак. Еще и коцнули. Неплохо, причем так. Среда вакцины. О, слушайте. Может, это и есть вакцина? Может, побежали к Джилл? И пускай она сама разбирается со всем остальным. А? А? У меня такое предложение есть. Хорошее, по-моему, да? Побежали обратно. Я не пойду к хантерам. Мне нечем просто их завалить. Ни здоровья, ни патронов. Вообще ничего. Тут что-нибудь есть, кстати. Ручные тележки, старое оборудование. Понятно. Давай, Карлос. Так, первый. Видимо, здесь была музыка такая. Видимо, здесь как раз и должно быть, был быть нежданчик вот, в виде зомби. Потому что мы как бы сюда пришли бы уже с вакциной, как бы. А, так, я хоть туда иду. Ну да, вроде бы. Сейв румчик. Господи. Может, кстати, сохранимся? Мы давно этого не делали. Только я не вижу сохрани... О!
Вот так вот. Вот так у меня всегда происходит. Странно, больница, а так мало аптечек. Трава только одна. Хорошо, больница. Так, парам-пам-пам. Печатную машинку мне можно? Так, стоп, вон она. Ой, дай бог памяти, по-моему, на первой сохранились. Это я после этих настроек аккумуляторов для PS2 уже замучилась. Уже запуталась, точнее. В памяти не откладывается уже, что где лежит. Все, уходим. Идем лечить Джилл, пускай сама со своими... У нее миномет есть, пускай сама разбирается. Тут что-нибудь есть? О, красная травка. Ладно, мы это Джилл оставим. Она наверняка сюда придет потом обязательно. Так, вот выход. Все, нафиг валим. Там здесь... Фак! Иди к черту. Хрень несчастная. А, да-да-да-да-да-да. Не ту кнопку, куда бежать. Иди в жопу. Так, стоп. Ай, ты тут, куда? А, фак, отвалите. Отвали меня, от меня. Черт, лечиться нечем. А, нет, у меня же есть. О, как вовремя я нашла тебя. Отвали, я тебе сказала. Господи. Нафиг, бежим. Бежим отсюда. Господи, что делаю? Идите вы к черту! Как вы меня задрали-то все, господи. А, ты что делал, господи, я уже все. Боже мой. Ну, там еще бежит, вы слышали? Вы слышали, да? Так, сохраняемся, куда мне бежать? Стоп. А, дальше по коридору, в общем, просто тупо. Не трогай меня! Пошли все к черту, да идите. Ой, что дело? Господи, бежим! Карлос! Шевели батонами. Ой, как вовремя, господи, вышли. Как-то было больно, боже мой. Пучки. Нет, только не вы. Стоп, где сейвером? Сейчас еще убьют прям тут. Это будет грустно. Кошмар. Еле добрались. Слушайте, ужас какой. Так, а где у нас Джилл лежит? У нас там есть хоть немного травы? Нет, зачем? Ладно, куда нам? Где она у нас? О, это через целый дом пробегать, черт. Я просто на последнем издыхании уже. Стоп. Хотя да. Ладно, сохраняемся, бежим. Шмарище просто. Ад какой-то. Пошли нафиг, пауки. Ненавижу вас. А, да. Господи, что я сюда пошла-то? Ты иди ты. Господи, где дверь? Нужная мне. Вот она. Так, ладно. Сейчас я буду каждые 2 секунды чувствую на карту смотреть, потому что... Так, теперь тупо вперед. Здесь где-нибудь трава будет, а? Позяюсь-то. Блин, хоть бы без зомбарей, пожалуйста. Без хантеров, без всего. Я очень хочу жить, правда. Оставьте меня в живых. Лечилок нет. О, как мы вовремя нашли спрей. Мне не нравятся эти окна, там где-то немезида валяется. Если он... Ну, вы понимаете, да? Если он умер. В чем я сильно сомневаюсь. О, теперь... Нет, что значит нельзя? Ты с ума сошла? Что? Фак, это мне придется все-таки идти в ту комнату с хантерами.
Среда культивации используется для создания акций. Нужно смешать с фон. Блин. Фак, давайте грузиться тогда. Что делать-то еще? Это печально, потому что у нас вся серия в молоку. А, где мы нашли базовый материал, кстати? Или он у нас уже есть? Нет, нету. Кошмар. Ладно. Давайте подумаем. Я даже не знаю. Сюда по-любому нам, похоже, нужно будет. Да, давайте тогда здесь сохранимся. Просто тупо пробежим настолько, насколько сможем. Хотя посмотрим, что здесь. Иди к черту. Базовый материал. Нету. Побежали нафиг отсюда. Базовый материал. Базовый материал где-то. А, вон он. Мы стали, по-моему, нет. Неизвестная тварь в банках. Вот это что это? Что это? Возьмем. Ключ. Хочу. Валим. Как, мы еще живы? Фак. Теперь не очень. Бежим отсюда. Бежим. Нафиг. Нафиг бежим. Плевать. Все, здесь мы свое дело сделали. Уходим. Спать по привычке, не сту кнопку жму. Фу. Ладно, там лежала фоточка какая-то, но я думаю, мы оставим ее для Джилл. Пускай сама вычитывает. Так, у нас теперь зато есть ключик. Куда мы можем пойти? Сюда, может быть? Так, давайте тогда сохранимся еще разок. Ага. Выкидывай. Не обличилку на всякий случай, ну ладно. Так, вроде спокойно. Что-нибудь на столе, что-нибудь где-нибудь, не знаю. Так не говорите, что раньше здесь что-то стояло. Ой, я уже вижу, по-моему, здесь подвинуть можно, да? Ой, черт, как-то не очень удачно я подвинула. Блин. Надо вернуться. Слушайте, а у нас в соседней комнате тоже можно было там... Точнее, этот Карлос нам говорил, что там что-то раньше здесь стояло. Давайте пойдем послушаем. Точнее, почитаем. Господи, 20 минут в серии просто в молоко. Впрочем, эти незабываемые ощущения. А, смотрите, вот, я еще обратила внимание. То, что, помните, она... как-то выделено сильно, как будто бы ее можно подвинуть, но она, видимо, уже на своем месте стоит. Может быть, ту в соседней комнате надо на такое же место переставить, как зеркально будет. Посмотрим. Ну давай, Карлос. Так, тут что-нибудь путно это стоит, нет? Сейчас чуть-чуть отодвинем сюда. Теперь... Черт, не протиснуться. Карлос, твой зад не пролезает. Так, ладно, вперед. Прям до упора. Ладно, будем надеяться, что и моя догадка верна. Пусть там будет эта фигня. В общем, вот это вот базовый материал. А, 531? Вау! Хоть что-то у нас хорошее за эту серию произошло. Да, во, отлично, супер. Теперь нам нужно найти другой базовый материал. Вот тут баночку такую. Где мы ее нашли? Кто-нибудь помнит? Я не помню. Что там такое-то? Больше ничего. Да... Ну ладно. Так, тут ничего? Тут ничего. Где мы базовый материал нашли?
На первом этаже? Вроде нет. Не, ну точно не здесь, потому что здесь негде. Или в этой комнате я его нашла. Не помню, честно. Это мы все знаем. Тут что-нибудь все-таки нет? Нет, видимо, не тут. Ну, значит, на первом этаже, потому что вариантов как бы больше нет. Либо в подвале, где там... Где у нас что, где было? Ой, главное дожить. Главное дожить. В ту комнату я больше не пойду. Уходим отсюда. Так, к зомбарям я не поеду. Поехали в подвал. Сперва там все сделаем, потом посмотрим. Бейсмент. Тем более, кстати говоря, если мы здесь найдем базовый материал, в чем я сомневаюсь, честно говоря, мы здесь заодно и вакцину замутим. Где у нас? По идее, базовый материал должен быть тут, но я что-то сомневаюсь, что он тут. По-моему, мы сюда уже прибежали именно с ним. Может, я ошибаюсь. Тут ничего? Его же у нас нету, правильно? Или мы прям тут его нашли, дабы... А хотя, почему нет? Тут нету ничего. Микроскоп, хрен ты с ним. А, вот, точно, мы его тут нашли. Как удачно мы зашли, а? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А, кстати, там мы ничего не найдем в этих штуках. Господи, неужели тут вообще не... О, черт, опять эту вшивую загадку решать, блин. Не очень хорошо. Так, да-да-да. Да. Вот я почему-то смотрела сейчас на них, и мне захотелось селедку под шубу, которая у меня стоит в холодильнике. Я не знаю, у меня ассоциативный ряд вообще дебильный. А, ну ладно. Давай. Ой. Кто-нибудь помнит? Черт, как там было? Ой. Так, ладно. Давайте, нету там тыка. Зря я так сделала. Угу, давай наверх. Блин, почти. А, так, давай. Плохая идея была, да? Нет, 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 давай назад. Вниз. Да. Так, и теперь вверх троечку попробуем. Ну, почти. Нет, плохой вариант. Хотя, подождите. Нет, плохой вариант. Почти, блин. И обратно. Вниз. А, ну почти же, черт. Давай вверх. Нет, плохой вариант. А хотя почему плохой? Не, давай назад. Одну сделали. Толк-то от этого, правда. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Один раз же получилось, значит, второй раз получится.
не сразу. Слишком как-то. Так, ладно, сейчас. Надо было запомнить. А, ну блин, ну там, там близко. Подожди, давай. Ну... Давай наверх. Нет, не вариант. У-ху! Давайте, гоните. Мне нужно Джилл вылечить, у нее куча оружия. Мне жутко жалко Карлоса, если честно. Так, давайте сохраняемся и валим нафиг, потом смешаем все это. Да иди ты нафиг, ради бога. А-та-та-та-та-та-та, дверь. Все отлично. Здесь есть вообще кто-нибудь вообще с ними дерется? Ну, так вот, когда нет нужды, по идее. Тебе ничего нету из оружия, отдай мне все. А, так. У-у-у, вакцина. Так, пришел в первую же больничку, да, и сварганил вакцину от вируса, от которого весь мир до сих пор, даже в 2012 году, не может найти лекарство. Ох, черт. Оу. Что вы тут делаете? Боже ж мой, блин, отвалите от меня. Оставьте меня в покое. Что значит дверь не открывается? Сейчас откроется, сейчас она тебе так откроется. Блин, отвалите, ради бога. Дайте дивизию. Фак. Не надо было смешивать вакцину. Да? Слушайте, меня не выпускают отсюда просто банально даже. Я здесь сдохну. Пошла вон. Неведомая зверушка. Лифт. Угу. Кланишь? И что делать, простите, теперь? У меня ни оружия, ни лечилок. У меня вообще нифига. Мне только эта гребаная вакцина. Зачем я ее здесь смешала? Господи. Я не знаю, зачем мы это сделали. Я в печали. Можно я ничего не буду говорить? Вот как это сделать? Меня просто терзает смутное сомнение, что мне сейчас просто придется заново начинать. Иди к черту, ради бога. И просто делать так, чтобы... Отпустите меня в Гималайи, ребята! Черт! Ладно, давайте последняя попытка. Если что, если не получится, я на этом закончу серию, загружусь и все перепройду к чертовой матери заново. Но на этот раз из-за вакцины, вот за вот этой... Не пойду нахрен. Я вот не помню, чтобы они тут были, если честно. Потому что, мне кажется, они тут появились именно из-за того, что... Отпустите меня, отпустите... Да что она не открывается-то, ёкарный бабай-то, а? Ну все, короче, да, приплыли. Стой.
Просто какая-то серия неудачная. Просто с ног на голову все. Ладно. Все заново, второй раз. Третий, точнее. О, нет, отстань, отстань, сбрось. А, все, ладно. В общем, давайте тогда мы на этом данную серию закончим. Сейчас я даже загружусь. Сперва схожу туда в подвал и не буду вам все это показывать, как я это делаю. Встречусь с вами уже непосредственно, когда у меня все будет, когда я все возьму, когда я уйду оттуда. Вот тогда мы с вами встретимся вновь и продолжим. Уже пойдем и вылечим Джилл. Ой, ужасная серия. Вообще какая-то нездоровая. Просто эпик фейл на эпик фейле. Грустняк. В общем, я расстроена. Не знаю, как-то фу. А, как бы там ни было, я надеюсь, не знаю, что вам, по крайней мере, было интересно в процессе смотреть это все. Печально, конечно, что мы оканчиваем эту серию на неудаче, но ладно, следующая серия, я думаю, будет более удачной. А, как бы там ни было, всем огромное спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Увидимся в следующей серии. С вами была Сэн, всего хорошего, удачи, пока-пока.